Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. Вот сегодня у меня опять радостная новость. Пришла посылочка с AliExpress Китая. Вот. Заказал. Пришла такая коробочка и даже вскрывалась на таможне. Вот. А в этой коробочке должен прийти мне был штатив. Кто в теме, те знают, что штатив вещь очень нужная и хорошая. Поэтому приступим к вскрытию и будем его смотреть. Штатив очень нужен в моделизме. Во-первых, чтобы хорошо отфотографировать модель, нужно ее фотографировать, конечно, лучше со штатива, так как и качество фотографий будет отличное. Да, и также штатив хорошо для блогеров на YouTube, чтобы съемку производить. Так как руками, когда снимаешь, и фотоаппарат дрожит, да и когда один снимаешь, на штатив поставил, включил, и оно записывается. Ну вот, что пришел штатив вот в такой немножко помятенькой коробочке. Здесь написано марка VT3110A. Здесь написаны его габаритные размеры. 1 метр 20 миллиметров в высоту в разложенном состоянии, 350 миллиметров в сложенном состоянии, вес 420 грамм. Довольно-таки хорошая упаковочка. В таком чехле пришел. В самый ненужный момент вылезло солнце. Пришлось закрыть жалюзи. Вот такая вот интересная завязочка на зажиме. Так, ну и достаем сам штатив. Опять же, упаковано очень хорошо. Здесь упаковано в такой пакет. Здесь, за что можно поставить 5 баллов продавцу данного товара, что довольно-таки хорошо упаковал и не пожалел упаковочного материала. Вот такой вот, друзья, штатив. Сейчас поменяем ракурс съемки и покажу его вам в более разложенном состоянии, чтобы хорошо было видно. Продолжаем дальше. Ну, смотрите, друзья, какой прикольный штативчик. Так, надо немножко разобраться, как он работает. В принципе, я сейчас снимаю с большого штатива, с профессионального. В принципе, тут то же самое практически. Ну, только что сам штатив более маленький. Вот, планирую снимать рыбалку с него. То есть его можно в любом месте поставить, даже закрепить к чему-то ножички, чтобы он был более... Хотя он и так в сложенном состоянии, он устойчивый. Сейчас будем пробовать его раскладывать. Ну, в принципе, как и в большом штативе, зажимается.
хороший ход. Довольно-таки плавно ходит. Да, за такую цену, которую я за него отдал, это довольно-таки хороший штатив. Легкий, маленький, портативный. Можно положить в любую сумку его. Когда идем на природу или дома снимать модели, можно поставить даже на стол. Здесь также есть уровень горизонта, чтобы хорошо выставлять его на ножках. Так, это мы вот разложили. Сейчас полностью хочу разложить его, посмотреть, как он будет полностью в разложенном состоянии. И вам показать. Да, чем хорошо, что он не сильно габаритный. Можно вот поставить и на стол его, и со стола снимать, в принципе, и с пола. Можно даже и на какую-то табуретку его поставить. Такой вот штатив. Еще я даже, наверное, его и не полностью разложил. Вот так вот. Да, вот так раскладывается. Ну, конечно, когда я его вот уже разложил полностью, друзья, он уже не такой устойчивый. Ну, в принципе, за такие деньги можно было от него ожидать. Ну, все равно штатив есть штатив, и съемку уже вести можно. С устойчивой подставки. Так, сейчас посмотрим, какие у него размеры на самом деле. Что-то мне кажется, что они ровно метр, даже больше метра, метр где-то, ну да, как написано и на упаковке. То есть без всякого обмана здесь будет 1 метр и 20 сантиметров. Есть. Ну, смотрите, ссылочку дам в описании к видео, где заказывал. Ну, я штативом, ребята, доволен. Конечно, не как в профессиональном это поднимать можно специальной ручкой, например, как здесь, как с этого штатива. Вот, а тут все зажимается на гайку. Ну, еще раз повторю, какие деньги, такой штатив. Ну, за такие деньги в магазине хороший штатив не купим. Все, спасибо за просмотр, друзья. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за комментарии, что комментируете мои видео. Всех благ вам и вашим близким, друзья.